Реализация так называемого «зеленого коридора» проекта по перевозке сельхозпродукции из России в Иран и обратно, об этом говорил глава Дагестана на встрече замминистра сельского хозяйства России Сергеем Левиным. Абдулатипов отметил, что Дагестан – аграрная республика, Министерство сельского хозяйства России для нас главный партнер в федеральном центре. В свою очередь Левин добавил, что в последнее время взаимодействие аграрного ведомства страны и Дагестана вышло на качественно новый уровень. Главным партнером для нас в федеральном центре является Министерство сельского хозяйства. Я хочу поблагодарить и министра, и вас за то, что вы в последнее время очень активно работаете в дагестанском направлении. В частности, мы с вами вместе поехали в Иран и договорились о реализации так называемого «зеленого коридора», над которым вы уже давно работаете по поручению первого зампредседателя правительства Шувалова. Эта работа идет, мы заинтересованы. Более того, вы убедились, что одним из главных опорных пунктов по этому зеленому коридору, конечно, может быть Дагестан. Мы со своей стороны действительно поддерживаем и будем всемерно поддерживать развитие сельского хозяйства в Дагестане, поскольку удивительная природа, удивительный климат, который есть в Дагестане, позволяет здесь выращивать практически всю номенклатуру сельхозпродукции, которая так востребована нашими покупателями. Сегодня действительно мы с вами сконцентрировались на решении задачи, поставленной Игорем Ивановичем Шуваловым, по созданию зеленого коридора для иранской продукции, поступающей на российский рынок, через Республику Дагестан, который должен стать опорной точкой и входными воротами как для иранской продукции на территорию России, так и точка экспорта для нашей сельхозпродукции, поступающей на территорию Ирана. Подчеркну, что Иран является одним из крупнейших покупателей российской сельхозпродукции, в первую очередь зерновой отрасли.